Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы продолжим прятаться, искать в нашей рубрике троллинг прятки. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими предыдущими сериями троллинга прятки. Только благодаря вам мы продолжаем записывать эту рубрику. Поэтому, ребята, ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий с троллингом и прятками. Чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. Да, Эдисон, пойдем. Пойдем, только ты опять на мою карту. Жека, ты это, скажи, ты это специально делаешь или... Да нет, я просто сижу, я выключу сторону, где сижу. Все, давай, давай. Хорошо, давай. Ну, ребята, в общем, моя карта. Я вам сразу скажу, да. Это не похоже на то, что я сейчас вам скажу. Но я хотел построить Красную площадь. Да, я согласен, такой си. Ну, в принципе, почему Красная площадь? Потому что Жека опять хочет рвать в Москву. Вот мы буквально приехали две-три недели назад, и Жека опять меня уговаривает, чтоб мы поехали в Москву. То есть ему прям так нравится Москва, то что Жека готов туда гонять каждые 2-3 недели. Поэтому я даже не знаю. Вот у меня появилась такая идея построить ему Красную площадь. Тут у нас мавзолей, тут у нас... Ну, ребят, сейчас сами все увидите, я даже не знаю, где я сейчас буду прятаться на есть просто, что меня Жека не сможет найти, как обычно, где-то за 3 секунды. Поэтому, давайте, ребята, сейчас мы будем приступать, но изначально пойдем на карту Жеки, посмотрим, что он там мне построил, какие-то дома, какие-то... Вот это, походу, ад у него, вот это у него рай, походу. Не знаю, что он там построил. Ну да ладно, ребята, сейчас мы придем, пройдем и вернемся сюда обратно. И вот Жекин писюн, как обычно, да. Ну что, Жека, я иду, да, я иду. Давай, давай, Эдисон, заходи, заходи. Я тебе немножко расскажу про свою карту. Подожди. Эдисон, в общем-то, ты видишь, что здесь карта разделена на две части, и эти части абсолютно идентичны. Это такая подсказочка, так что запомни это. Хорошо, хорошо. Идентичны, да? Идентичны, говоришь. Ну да, да, да. Поэтому, собственно, ты меня ищи, да? Я понял. Так, идентичны. А что тут... Fire of... Ага, зачем мне вот это? Может, это в лаве спрятался? Да, возможно, возможно. Жека, это как бы, я как бы нечестно, это никогда в жизни тебя не найду. Почему? Ну ладно, ладно. А ты попробуй, ты попробуй. Блейзы, какие-то подозрительные не все. Так, подожди, подожди. Ладно, ладно. А почему на одной стороне Блейзы, на другой пони? А это типа рай и ад, понятно. Ну да, типа рай и ад, понял. Так, ладно, это ладно. Это не пони, это пегасы, это пегасы. Пегасы. Да хорошо, уже гореть. Пегасы. Так, тут у тебя ничего нету, тут у тебя... Какой-то простенький дом, ничего там нету у тебя, да? Жека. Да, да. Ну, ладно, хорошо. Да, хорошо, хорошо. Тут в сундуках, может, в сундуке спрятался? Да, да, я в сундуке спрятался. Ой, Паш... Ну ты издеваешься, лабиринт. И мало того, что это лабиринт, тут еще куры бегают. Или что, это не лабиринт? Да, может, не лабиринт. Ты ищи, ищи меня, Эдисон, ищи. Ну хорошо, я ищу, Жек. Давай, давай. Подожди, подожди. Давай, давай. Куры сраные. Кура, ладно, ладно. А чё это посередине такой? Чё за чувак какой-то? А, ты посередине, да? Ну там типа тоже, видишь? Двулики, да, двулики. Рай и ад в одном лице. Мне чё, сейчас скажи, вот этот кристалл проверять? Прикольно, ты придумал, Жека? Так, подожди. Хотя не. Тут еще есть горы какие-то, да? Да, еще... есть какие-то горы. Да, еще в горах пещера, да твою мать, Жека. Просто твою мать, честное слово. Говорит, я ничего не построил. Слушай, там все просто, Эдисон. Да. Я ничего не построил. Я заметил, сейчас буду тебя опять полчаса искать. Ну ладно, ладно. Так, опять. Давай, ищи меня. Пойду в эту пещеру сейчас. Пойду в эту, хорошо? Все проще, чем тебе кажется, Эдисон. Все намного проще, чем тебе кажется. Да? Думаешь? Да. Так, думаю, это не ты. А вот это тоже не ты. А хотя подожди, Жека, подожди. Че? Да там меня нету, не переживай. Подожди. Все идентично, да? Прям все, да? Ну, я постарался, чтобы все было идентично, да. Ага! Нашел! Нашел, нашел. Так, и тут молодец. Опять лабиринт. Так, это ты, Жека? Да, это я. А ну встань. Встал.
Да, да, конечно, конечно. Я как бы встал. Я как бы рад, что у тебя там встал, но мне это не надо. Так, ладно, ладно. Нет, не у меня встал, я встал. Да, 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 отмазки, отмазки, отмазки. Конечно, конечно. Так, Жека, мне честно скажу, не нравится эта карта. Не нравится. Не нравится, не нравится. Я старался, Эдисон, вообще-то. Тут ничего нету, ничего, просто ничего нету. Думаешь, ничего нету? Да. Я тебя случайно не стукнул, Жека? Не. Я тебя стукнул. Да нет. Я тебя стукнул. Да нет. Да, ну признайся, сволочь, я тебя стукнул. Нет. Да! Нет. Как нет? Прикольно, прикольно. НП стоял в воздухе, я подумал, это ты. Я его стукнул, он пропал. Это ты был! Да это не я был. Это ты! А куда он пропал нафиг? Я что, знаю, что ли? Прикольно, Жек. Прикольно, у тебя карта? Так, Жек. Жек. Ну что, я сейчас заколебался. Жека, мне не нравится. Я пока тут потанцую. Пом-пом-пом-пом. В смысле потанцуешь? Так, подожди. Я потанцую. Подожди. Если ты понял, если я вот это все время просто тебя искал... Или Блейз, или, например, снег, или, например, адский камень. Я не знаю. Прикольно, прикольно. Жека говорит, ничего я не построю. Ничего я не построю. Ничего я не построил, говорит. Все, пошел в сраку, не убивай меня. Сюда. Так, Жека говорит. Помаши головкой, помаши. Помахал. Еще раз помаши. Помахал. Жека, раз ты так защищаешь своих пегасов, да, говоришь, это не пони, это пегас, значит, ты пегас, да? Да, это я пегас. Как там пегасы разговаривают, скажи ко мне. Я откуда знаю, как они нахрен разговаривают? Скажи, я поразговариваю даже, может быть. Иго-го. Подожди, заткнись. Иго-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 го. Жека, ты понимаешь, ты их тут столько доставил, то что если я даже кого-то заметил или кого-то хочу ударить, я не могу, потому что ты паскуда. Да, потому что я паскуда. Вот ты, конечно, это просто мастер, да. Колбастер. Когнюк, нет! Башкой он вертит туда-сюда, так. Да, все же, да, Жека. Ой. Наставил там хреновую тучу просто. Давай, иди прячься. Сейчас спрячешься. Ну шо, Эдуардо Перцьян? Ну шо, Жека, ну шо. Чё-то я только зашел, на меня смотрит какой-то стип. Я просто забью на все и пойду. Тут меня. Жека, это типа Красная площадь. Типа. Потому что ты меня. Да, типа с Москвой связан, ты опять Москву. Собор Василия Блаженного, я понял. Эдисон, я не понял, где мавзолей, я так и не понял. Типа мавзолей Ленина. Ну там есть, да, вот мавзолей такой черненький, темненький такой. Черненький. Да, мавзолей. Я понял. Сейчас зайдем. Посмотрим. Да. Это Москва, Жека, гуляй, погуляй. А почему вместо Ленинов Лениных лежит Эдисон? Потому что ты. И даже не один, а целых четыре, Жека. Короче, понятно, Эдисон умер. А почему тут этот NPC немножечко так стоит? Да? Да, тебе показалось, Жек, тебе показалось. Это ты, Эдисон, а что ты шевелишься? Не, нет, не я. А почему ты не бьешься, Эдисон, случайно в геймоде? Нет, не в геймоде. Может, ты мне карту опять поломал, зараза? Так я не могу его бить. Ну-ка, я проверю с другим NPC. Нет, это... Ай! Ладно, я понял, это был... Чё, Ленина тебе не любят, Жек. Короче, ладно, я понял, что ты не там. Да. Ты по-любому житель, я прям уверен. Да. Походи там по Красной площади, погори со всеми, поздоровайся, Жека. Подожди, искусственный интеллект. Искусственный интеллект, давай. Ключи. Так. Ключи мозги, Жека, подумай, кто я такой? Так. Мне кажется, вот этот вот тварь. А ну иди сюда, это ты, да, это... Нет, это не ты. Нет, Воронес какой-то, видишь? Воронес. Эдисон, если ты житель, как бы, просто иди ты в жопу, потому что это никогда тебе не... бешеный житель, это ты. А, он не бьется даже, прикольно. Бешеный, а чё бешеный? Почему ты узнал то, что он бешеный? Как ты узнал то, что он бешеный? Он как-то носится, как ненормально. Может, ладно, он просто так... спортсмен, Жека, и все, бегает туда-сюда. Мышцы качает. Ты точно не животное, потому что... Ну зайди внутрь, там президент, там охрана, зайди, поздоровайся. Президент? Собор Василия Блаженного? Ничего себе. Не, мы там тусы устроили себе.
Мне кажется, что ты не NPC, не NPC, который стоит, потому что я не знаю, как Майнкрафт лагает, и ты бы не стоял прям ровно. А, прикольно, поэтому... прикольно. А может в этой серии он не лагает, Джека? Думай, наоборот. Такого не бывает, Эдисон, расскажи. Ну да, ладно, согласен. Согласен. Так, хорошо. О, значит, согласен, значит, мы правильно. Не-не-не, я просто согласен, что он лагает, Джека, не подумай о чем-то. А где президенты, что-то не могу. А их там много, смотри, они все одинаковые. А, да, да, все, 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 да. Так. Ну. Ты там, Жека, можешь на крышу залезть, посмотреть, что там есть. Я вот на крышу как раз. А, то есть ты не знаешь, да, что я на крыше? Почему тебя NPC не бьются? Ладно, окей, значит, не ты, хорошо. Все, они бьются. Просто их. Просто их криво как-то бьешь, Жека, поэтому. Да нет, они просто не бьются. Да нет, все, все нормально там, Жека. Все нормально. О, да это тоже не бьется. Все, короче, понял, все NPC, которые лежат, они не бьются. Буду все проверять. В смысле, которые лежат, те не бьются, что ты не понял. Ну, которые эти, которые арморы, они не бьются. Так, значит это не ты, значит армор это не ты. Хорошо, хорошо. Я в ловушке, Эдисон! Какой нафиг? Эдисон, ты тут не сделал выхода из этого. Ну все, Жека. Поломаю свою карту, прокопаюсь. Нельзя копаться. Я в ловушке. Эдисон, тут камень, я что, рукой камень копать? Подожди, я хочу гибот вылечу отсюда. Сам ты дебил! Так, Эдисон, я не понимаю, раз ты не армор, ты... Да ты по-любому житель, вот я прям 100% по-любому житель. Житель, думаешь? Думаешь, я житель? Да? Да, Эдисон. Скажи не похоже. Да в смысле не похоже, похоже? Похоже. Да не, похоже на кого-то умирающего лебедя. Но явно не на жителя. Думаешь? Да. Так, ну ладно, этот житель стоит. Да не, вряд ли ты стоишь, ты должен бегать. Какой-то слишком медленный, слишком... Ты что, их еще разные скорости им ставил или что? Нет, это просто я. Это бешеный прям, ну... Стив прыгает какой-то у него. Майнкрафт сегодня лагает не в ту сторону. Не в ту сторону. NPC пропадает, он говорит, у меня Стив прыгает почему-то. Ну хорошо, прикольно. Вот он стоит неровно, вот он точно стоит неровно. Он не бьется даже, клёво. Да, прикольно, прикольно. Ой, Жек, как ты меня слишком долго ищешь. Да? Да. Эдисон, это ты по-любому. Эдисон, смотри на меня. Смотри мне в глаза, Эдисон. Смотрю, смотрю, да. Смотрю. Ну тут NPC шевелится, да какого хрена он шевелится? Эдисон, если это ты, я просто не буду больше играть с тобой в троллинг прятки. Хорошо. Он стоит на меня, смотрит, шевелится, что-то я убить. Хорошо, хорошо, Жека. Хорошо. Ты в смысле? Ну я животных всех перебил, арморов всех перебил. Вот я вообще просто буду бить всех. Эдисон, я вас уже убил. Жека. Эдисон, мне это не нравится. Мне тоже не нравится, то, что меня так долго ищешь, ну ладно. Не нужны подсказки, Эдисон, я не понимаю. В смысле подсказки? Я еще что тебе надо, а? Можешь сказать, где я? Нет, тоже не плюсы. Эдисон, ну давай подсказки. Жека, так нечестно, ребята, так нечестно, он так долго меня искал, потому что у меня опять зелье невидимости пропало. Жека, пошел ты в сраку, так нечестно. В смысле? Так, я тебя не вижу, как бы. Смотрите, как он долго меня ищет. Зелье невидимости даже пропало уже. Так, подожди. Зелье невидимости пропало, значит. Ах, ты ж говнюк! Давай, я тебя даже убивать не буду. Где ты был? Смотри, в смысле, где я был? Вот тут лежал. Вот тут на траве лежит камень, то есть как бы, ну такое себе, ничего не подозревая, Жека. Я не чекал под этими сраными, а на дерево лежит. Нет, это жесть просто, ну тебя нахрен, это просто жесть. Я просто перепрятался, Жека. Под деревом, на траве, лежит камушек. Жека это не замечает. Иди ты нахрен, Эдисон. Иди жопу просто. Ну, хорошо. Вот нормально, нормально. В этой серии мне понравилось, что Жека меня так долго искал. Ну что, Жека, будем заканчивать? Иди в жопу просто. Хорошо. Я не понимаю, я прочекал все, кроме вот этих сраных деревьев. Хорошо. Ребят, он обиделся. Ребят, ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий с троллингом. Как я уже сказал, чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. Да, подожди, я должен кое-что срочно построить. Все. Так, да, ребята, пишите ваши комментарии, какую красивую письмо на построил прямо перед Эдисоном, если тебе понравилось, да? Да. Не забывайте подписываться на наши каналы и комментировать троллинг, да? Всем пока-пока. Пока.